Всем привет! Сегодня стартует один из самых ожидаемых фильмов этого года — «Фантастические твари. Приключения Гриндельвальда». Этот фильм особенно понравится поклонникам Гарри Поттера. Замечательные визуальные эффекты, захватывающая история и финал, который лишит вас дара речи. А Джонни Депп в роли Гриндельвальда – это какое-то совершенство. Друзья, собираемся и сегодня же идем на этот замечательный фильм. Магия рождается лишь в избранных. И все же мы должны оставаться в тени. Могущественный темный волшебник Геллерт Гриндельвальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Гриндельвальда, Альбус обращается к своему бывшему студенту. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность. А конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семьи. Ну а далее последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие», в котором она выступила в роли режиссера. Правда, закончить его съемки она не успела. Завершали киноработу уже без нее. Я до него словно рыба была, а с ним будто все в огне горю. Вот он меня когда целует, мне прям к сердцу подкат. В центре сюжета история семьи, которая живет в небольшом провинциальном городе. Основное действие развернется между двумя сестрами – Галей и Милой, одна из которых выйдет замуж за молодого мигранта из Средней Азии, а другая вернется в отчий дом из Москвы, города, который не оправдал ее надежд и ожиданий, и влюбится в мужа своей сестры. На этот раз она решает бороться за свое счастье, даже несмотря на то, что для этого ей придется стать соперницей собственной сестры. «Дореми, умри» – именно так звучит слоган нового детективного триллера «Соната». Это фильм о скрипачке, которая предстоит распутать тайное прошлое ее отца. Продвижением этой картины занимается самая сильная группа продюсеров со всей планеты, в которую входит и наш российский актер-сценарист Сергей Стильянов. В его послужном списке значит такие фильмы, как «Салют 7», «Морфий» и «Аритмия». Эти символы были созданы французским тайным обществом. Если сыграть в правильной тональности, то они смогут вызвать самого Антихриста. Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца, знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит. Ну и на финал сегодня фильм «Холодная война». За свою работу Павел Павликовский получил на Каннском кинофестивале этого года приз как лучший режиссер. «Холодная война» – это драматичная история любви родителей режиссера Павликовского. Разное происхождение, несхожие темпераменты, а еще политика, превратности судьбы. Но ничто не смогло разорвать связь двух сердец. Хотите увидеть этот фильм и многие другие? Что ж, тогда участвуйте в розыгрыше билетов от Cinema Park, где IMAX по цене 3D. Для этого вам нужно зайти в группу «Утро с вами» и под свежим выпуском рубрики «Время кино» написать три простых слова «Хочу в кино». И имя победителя мы узнаем уже 19 ноября, так что всем удачи и пусть победит самый мой преданный зритель. Ну, на этом я с вами прощаюсь, до следующего четверга. И не скучайте, увидимся!